происходит. Постоянные воздушные тревоги, сейчас идет дождь. Но несмотря на это, все равно какой-то капец происходит. Я думаю, будет слышно даже на видео, как сейчас воздушная тревога. Конечно же, сейчас я спрячусь. Я вышла снять красивую природу. Я вышла, сегодня у нас 12 апреля, у нас начался дождь. Очень большой ливень, сейчас немножко стихло. И я вышла снять природу, снять, как распускаются абрикосы. Очень красивые. Но они еще не распустились полностью, но благодаря вот этому дождю они уже такие вот на подходе к тому, что вот-вот распустятся. И к чему я это все говорю? Блин, страшно под воздушной тревогой. Опять любимая мною рубрика «Комментарии». Я пришла уже домой, потому что на улице сейчас страшно и нужно прятаться даже. Уже сказал наш мэр, чтобы все спрятались в метрополитенах, подвалах и так далее. Поэтому мне пришлось убежать с улицы. Я вышла, началась воздушная тревога. Вы видели, я поснимала цветочки, листочки и убежала. Так вот, комментарии. Самые добрые комментарии. У меня столько добрых комментариев не было никогда в жизни. У меня по нескольку тысяч добрых комментариев под видео бывают. Вот по 3000, по 4 добрых комментариев. Спасибо большое, кто поддерживает меня, кто со мной проходит весь этот сложный путь.